утра я еду на процедуру уколоться и забыться. Еду сегодня одна. Моя напарница Ирина, она едет с мужем на какие-то мероприятия, в театр, в Интерпарк. Ей не до этого. Ну что, я уже прошла, сегодня будет 7-я процедура иглоукалывания. И каждый раз считаю, примерно 20 иголочек вставляют. 4 в голову, в руки, кисти, около локтя. И также на колени и на нижнюю часть ног. Нормально я переношу эту процедуру. Я знаю, что многие не могут переносить иглоукалывание. Я совершенно нормально это переношу. Совершенно мне это не больно. И получаю удовольствие, расслабляюсь. Чувствую себя намного уже лучше. Тревожность, хочу вам сказать, стала намного ниже. Нет уже такой какой-то непонятной паники. Особенно, когда утром встаю. Так что, думаю, на пользу мне эта процедура. Ну, о чем мы поговорим? Какие вопросы за неделю вот под видео возникают? Конечно, бурно обсуждается вопрос отцов и детей. Как-то все пытается. Те, которые... Люди живут плотно с семьями, с внуками и детьми, стараются отстоять позицию, что это самая правильная позиция, нужно жить с детьми вместе. Кто живут отдельно, считает, что это тоже нормально, общаться просто с детьми, встречаться по возможности. Каждый выбирает свой путь общения. У меня сложился очень неординарный путь. Я в Америку поехала не потому, что я хотела выйти замуж за американца или покинуть свою любимую страну. Кто мои постоянные подписчики, уже знает, что это не так, что я была вынуждена, можно сказать, добровольно-принудительно в 98-м году пытаться куда-то поехать заработать деньги, потому что зарплату не платили, на работу ходили. Кушать было нечего. Зарплата полгода была задержкой. Я работала в социальной службе, в собесе. Зарплаты не было полгода. Это до сих пор я никогда не забуду. Было такое отчаяние, такая безысходность. Никого близких не было. Мой бойфренд, с которым я прожила 10 лет, и казался мне, когда я с ним совместно партнерство начала, шустрым и крутым. Как говорится, перестройку-то оказался совершенно никчемным, ни к торговле непригодным, ни к чему-то еще. Скис, паник, без работы остался. Дочь как раз была в таком возрасте, что ей надо было одеваться и гулять. Училась в педучилище, и подруги у ней начали все, вы знаете, как раз родители, ну, полноценной семьи, находили выход, ну, в основном ездили в Турцию, продавали вещи. Но я такая старой закалки человек, я боялась, думаю, работа есть. В торговле я была не приспособлена совершенно. И боялась начать торговлю. Хотя скажу вам, что я пыталась с одной женщиной. Мы скинулись и покупали товар, и по выходным я торговала. Кроме своей работы. Ой, как вспомню, боже мой, эти огромные очереди на место, чтобы занять. Они же были дикие такие, вы знаете, набегами. В центре, я помню, Волгодонска, на площади. И там занимали, ну, можно сказать, с глубокой ночи, чтобы место было, где поторговать. И это ужас какой-то. Надо было стоять всю ночь мерзнуть, чтобы к рассвету начать чем-то там торговать. Но у меня товар был не очень, там всякие парфюмы, там брызгалки
дезодоранты, по мелочи всякое такое. Потому что я далеко не ездила, а вот с подругой, с которой я партнерство оформила, Галя Бережная, кстати, вот, она что-то покупала, ездила в окрестностях, и мы пытались продать там люстры, ну вот все такое. И помню один раз тоже мужчина, шапки то ли норковые какие-то, он, нет, не норковые, изнутри, сам шил шапки. И знаете, когда стоишь вот по несколько часов на морозе, болтаешь, уже хоть чтобы не замерзнуть, было, я помню, страшно холодно зимой, хоть и Волгодонск это не холодная, не холодный климат, но была такая мороз, когда ты стоишь, пальцы мерзнут, руки мерзнут, нос вообще не успеваешь, все течет, холод страшный, глаза слезятся. Кто-то прошел, те знают, а прошла основная масса, конечно, жителей нашей страны, торговлю. Кто мог и кто не мог, все пробовали. Я была в том числе. И вот помню, этот мужчина, он стал занимать мне место. Ну, я, по всей вероятности, видимо, ну, как-то была веселая, смешная, общительная. Ему было интересно, что не скучно стоять. Он болтал со мной, я не помню о чем. И вот он стал занимать для меня место. Я уже приходила, рядом с ним было место. Я могла постоять, поторговать. Ну, особо я помню, самое большое, что я продала, эти там всякие дезодоранты, брызгалки, я единственную покупку, какую я помню, купила люстру домой, люстру, да, под потолок, и дочери курточку. Не кожаную, притом, а просто курточку, потому что вот такие вот были совершенно, конечно, доходы мизерные, но все пытались начать этот бизнес, и я, естественно, тоже пыталась, но так как работа вроде была, я ее не хотела бросать и продолжала ходить на работу, а после работы, значит, прибегать на рынок или в выходные вот с утра мерзнуть 2 дня. И вот однажды с этим мужчиной, помню, у меня совершенно никаких не было, ну, взглядов на него. Просто, ну, знаете, скоротать время, чтобы не замерзнуть, как говорится, не погибнуть, пока стоишь этих там 4-5 часов торговли. И вдруг его жена, она часто приходила, что-то там приносила кушать. Он начал меня угощать. Помню, однажды, ты, говорит, никогда не ела собачье мясо? Я говорю, нет, не ела. Ну, и жена ему приносила еду, и я помню, попробовала. Он как-то меня угостил. Не хочешь попробовать? Я попробовала. Он потом говорит, так это мясо-то из собаки. Я до сих пор думаю, или он пошутил, или на самом деле. Не знаю. Накормил меня собачьим мясом, короче. Ну, а жена, видимо, начала ревновать, но она виду не подавала, всегда приходила. Я-то раз видов на него не имела, но... Конечно, я чувствовала, что я ему нравлюсь, естественно. Ну, а что делать? Все-таки, знаете, большая помощь была, то, что он место занимал мне на рынке. Ну, торговля моя закончилась на том, как, помню, его жена не сама, а через подругу. Ко мне подошла подруга ее и говорит, что очень серьезно она тебя ревнует. И сказала, если ты еще раз будешь стоять рядом с ее мужем на торговой вот этой линии, гоняли там, милиция гонять потом начала в скором времени на другие места, то, говорит, она кислотой тебе в лицо брызнет. Знаете, и отшила меня от торговли, как говорится, навсегда. Думаю, ну и все. Еще и кислотой в лицо. Я бы, знаете, перестала ходить. Все. Думаю, это не мое. Врагов наживать. И помню, вот тогда их начали гонять на определенное место, где можно торговать. И как раз все это кошмар, я как вспомню, кошмар, конечно. Стадное такое, вообще столько людей, все хотели заработать. Милиция что-то там гоняла, туда-сюда, нельзя здесь торговать, идите туда, сюда. Ой,
трудно было время 90-е, зарплату не платили, кто-то куда-то пытался ехать зарабатывать. Ну, я вот так теперь вот вспоминаю как раз после вот Наташиных видео про Голландию, и мне четко стало вырисовываться, что как раз я уже забывала, в какую я страну пыталась через компанию, но вот, по-моему, как раз в Голландию. Они собрали какие-то с нас первые взносы, сказали, они нас на биржу поместят, что мы ищем работу. И на бирже мы, как запрос поступит, сразу мы будем выезжать. И вот мы, значит, какие-то небольшие, правда, были взносы первоначальные, чтобы вот нас, видимо, как нам объясняли, в компьютер нести. И очень очередь была, помню. Они там показывали выписки из газет, что уже многие там работали. Ну, естественно, работы такие посудомойщиками, там, уборщиками, и что довольны, деньги заработали, вернулись. Вот именно люди, которые сами писали, давали якобы интервью в газете, я помню, я лично я читала, потому что я вроде такая думала, ну, не поддамся ни на какие провокации. И вот так народ приносил эти взносы, они вносили якобы в базу нас, на поиск работы, но говорили, что это база в Москве. Когда мы приходили узнавать или звонили, они говорили, что никаких данных еще не поступило, ждем, народу уж много, все хотят работать. И вот так мы ждали, я не знаю, сколько, месяц-два, а потом эта фирма оказалась закрытой, и в неизвестном направлении хозяева исчезли. Ну, вот это было популярно. А когда я работала, продолжала работать, хоть и без зарплаты практически, нам иногда по очереди давали авансы от зарплаты, части какие-то, чтобы мы совсем с голода не умерли. И помню, мы так ругались, кому вперед, у кого больше детей, у кого больше проблем, ссорились. Ой, кошмар. Все хотели деньги, естественно, а давали, как говорится, по блату, то начальницы, то подруги начальницы. Мы уже там в последнюю очередь, специалисты простые. Было очень такое вообще тяжелое время. Ругались из-за того, кто вперед зарплату заслужил получить, аванс. И вот помню, как-то пришли за какими-то пособиями женщина, и мы разговорились, и оказывается, она трехмесячная у нее виза. Дотации какие-то на квартиры оформляли в то время. Вот. Пособия давали всевозможные. И пытались все, кто мог, кто не мог. И вот так я вышла на женщину, которая, ну, не работала официально. Не помню конкретно, за каким она приходила пособием, но вот знаю, что через это я вышла. Или она за удостоверением за каким-то приходила на проезд. Там тоже всякие льготы были для мужа. Но так я узнала, что вот она ездит зарабатывать деньги в Америку. У них трехгодичная виза, привозит деньги. В семье, значит, работает год, потом приезжает. Вот квартиру обставила, все, она меня пригласила, она показала. Оказалось, недалеко у меня в соседях живет, как она обставила квартиру, мебель, все. Муж у ней, приемная дочка была, своих не было детей. И вот мы, значит, как говорится, она говорит, еще там у нее одна из знакомая, она сейчас как раз там работает, тоже с Волгодонска, и Люда. И мы, говорит, хотим бизнес, мы можем помочь, значит, с работой, но будем брать за услуги $1000. И она, говорит, тоже скоро собирается уезжать, но подруга еще там. Вот она якобы сейчас найдет клиентов, поможет с оформлением документов и открытия визы, и там уже меня подруга встретит и поможет с работой. После этого я, когда начну работать, я отдам $1000. И даже билеты они мне сказали купят. Вот. Мне, конечно, все это устроило. Думаю, а что, попытаюсь. Помогла она мне документы, конечно, какие-то копии мы делали, что-то подделывали, что-то там мухлевали, в то время еще, видимо, компьютерной такой системы не было. Все четко она мне помогала. Вот. А за приглашение сказала, она пришлет приглашение,
250 долларов нужно было только за него отдать. Я ждала это приглашение. Моя подруга тоже захотела. Первое приглашение пришло моей подруге, мое потерялось. На официальном бланке, красивое, такое, с печатью, что какая-то тетка приглашает. Потерялась, вы понимаете? И я, это самое, стала ждать другое. Они решили мне выслать другое приглашение, уже что ли факсом. Факсом, чтобы не по почте. Вот, моя подруга съездила по этому приглашению открывать визу, ей не открыли, а я все ждала. Еще год ушел на это. Пока, значит, первое приглашение ждала, оно не дошло до меня почему-то. Вот так судьба. Потом они решили факсом выслать приглашение конкретно от женщины, которая там живет, реальной женщины, которой якобы исполняется 50 лет в Нью-Йорке. Я к ней приглашаюсь на день рождения. И вот я получила по факсу такое приглашение. И документы уже были у меня все подготовлены, все, зарплата, недвижимость у меня была, там, конечно, и квартира из однокомнатной, там в трехкомнатную была расписана, и машина, которой близко у меня не было, но была там. Вот так, спасибо, мне дали повернуть. Все, это сейчас вот вспоминаю, думаю, это вообще, не знаю, все это. На работе улучшений не было с зарплатой. Начальство начало меняться, начали набирать в то время вообще только молодых девочек. Уже мне было 37 лет, думаю, все, уже я уже считалась, как говорится, старой. В то время только молодые котировались, как и сейчас, наверное. И опасность была еще и работу потерять. Думаю, боже мой, терять совсем нечего. Дочери 19 лет, заканчивала педучилище, гуляла уже во все с мальчиками, требовала от мамы новые вещи, всегда говорила, что ж у подруг вот есть вещи, а почему у меня этих вещей нет, почему вот не могу я быть такой, как мои подруги. Ну вот такие были у нее истерики ко мне, и я думаю, ну что, надо ехать. Надо ехать, раз я не могу в России себя реализовать, пытаться где-то по-рабски поработать, заработать денег, а там видно будет, как получится. И вот так вот и получилось. Поехала открывать визу в Москву. Сильно переживала. Валерьянку, помню, глотала. Ну и открыли мне сразу. Помню, только единственный вопрос был. Паспорт открыл, говорит, а у меня там было вместо одного ребенка два. В паспорте вписано, штампик поставлен. Ну, так было надежнее, чтобы два ребенка. Спросил только у меня консул, почему вы детей с собой не берете? Я говорю, так хочу сама первый раз сначала на разведку съездить, в следующий раз и детей возьму. Ну, вот это, наверное, повлияло на срок визы. Мне дали на полгода. Так бы, может, дали на 3 года. Если повезло на 3 года, ну, наверное, было полегче. Может, домой бы приезжала. Может, что-то как-то. Но мне дали на полгода. Значит, вы сами понимаете, выехать я не могла до того момента, пока реализовалась полностью в Америке. Полностью документы не сделала. Прошло 7 лет. Вот так коротко у меня сегодня нахлынули воспоминания, вы знаете, потому что спрашивают, осуждают, что ж, поехала, вот семью бросила, никого я не бросала, выживала. Выживала и думала, что и не думала, и много лет помогала, и помогаю дочери, чем могу. Родителям помогала, посылала посылки, чем-то пыталась их радовать. Сейчас им, конечно, тряпки эти не нужны, все это есть в России. Но 18 лет назад, в самом начале, они были рады моим посылкам. Друзьям посылала посылочки, племянникам. Как могла, постоянно на этих посылках, как и все эмигранты. Их не видно, их не помнят уже, но затраты были огромные на вещи, на пересылку. Огромные, огромные. И труд огромный, пока ты все купишь, соберешь, пошлешь. Оно, конечно, приятное, но вот сейчас уже с годами, знаете, становится все это уже
тяжести, и, как говорится, смысла в этом нет. Все в России уже есть, вещи, деньги посылать. Вот мне говорят, что ты дочери посылки посылаешь, а не деньги. Ну вот деньги посылать. Ну и что, посылаю иногда деньги, а смысл? Они же тратятся куда? Никуда. На их усмотрение, может, на сигареты, может, на пиво. А мне неприятно это, вы знаете, мне деньги достаются тяжело. Бескорыстная любовь, конечно, хорошо, но все-таки себя тоже надо уважать. Мы пашем здесь, можно сказать, по-рабски, чтобы жить более-менее достойно и раскидываться деньгами совершенно. У нас нет такой возможности, тем более стареем. Данилка, смотрю, уже у меня на полусогнутых ходит. Возраст все-таки свое немножко берет. Работа работой, пахать, но и отдыхать надо. Отдыхать не получается. Не, я вам не жалуюсь и не пытаюсь оправдать себя. У каждого будет все равно свой взгляд, свое мнение на меня. Ну вот так у меня получилось, так сложилось. Все, что могла для дочери, делала и делаю. Вот. Остальное, да, мне бы хотелось, чтобы у нее была жизнь лучше, достойнее. Ну, как уж у ней получилось тоже. Так вот получилось. Слава Богу, мы все здоровы, живы, никто не болеет. Мамочка моя до 90 лет дожила. Я все, что я сделала, я знаю, что это просто для меня само это геройство. Сейчас вот смотрю назад, думаю, как я все это выдержала. И как я сейчас выдерживаю эту работу. Работа очень тяжелая, и морально, и физически. Думаю, как я выдерживаю. Но то, что вот это низкооплачиваемое, ну, будем говорить, не самое из низкооплачиваемых, но, тем не менее, все равно низкооплачиваемая работа, она дает возможность все-таки жить здесь достойно. Достойно. Оплатить все счета, куда-то сходить, что-то себе купить. И это вдохновляет, дает силы работать, желание жить, наслаждаться жизнью. Но желаю вам тоже всем успехов, радости. Не судите меня строго, не критикуйте. А хотя у каждого свое право. Хотите, критикуйте, но я как есть, так и есть. Что я могу сделать? Так сложилась моя судьба. Не бежала я сюда ни за женихом, ни за, как говорится, золотыми пряниками. А просто чтобы выжить. Карабкалась, и вот докарабкалась. Хожу на иголочки, чтобы уколоться и забыться. Ой, самой смешно. Жизнью я довольна, жизнь нелегкая, но я считаю достойная. В моем понятии, через все то, что я прошла, я довольна. Так что спасибо за общение, до новых встреч. Oh, 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 oh